Рекламное дело – это целая отрасль, объединяющая разных специалистов. Некоторые из таких – пиар-менеджер, который заботится об имидже торговой марки, копирайтер, занимающийся написанием текстов, и SMM-менеджер, продвигающий компанию в интернете. Не менее распространены и такие вакансии, как дизайнер, ивент-менеджер и рекламный агент. Роль рекламщиков в наше время нельзя переоценить. Благодаря им мы получаем доступ к информации о новых продуктах, услугах или событиях. Также именно они помогают создать оригинальные и творческие рекламные кампании, привлечь внимание потенциальных клиентов и увеличить продажи. А главный плюс направления рекламы, по моему мнению, это то, что ты можешь попробовать себя абсолютно в любой области, потому что ты можешь пиарить как условный какой-то футбольный клуб, так и организацию, которая занимается производством консервов. Ну, такой вайб, знаете. И ты можешь прийти человеком с нулевыми навыками SMM-щика или тем более ивент-менеджера, и тебя абсолютно с нуля научат каким-то азам твоей будущей профессии. Когда поступила, я поняла, что это то место, где мне очень нравится, где знания, которые дают, я буду применять по-любому в своей жизни. И только с течением времени я начала понимать, что я поступила на нужное направление. Мне нравится, когда преподаватели у нас творчески подходят к предметам, к лекциям, рассказывают интересные истории жизни. В общем, просто приятные люди. Ну и студенты все такие интересные, творческие. Кафедра рекламы и связи с общественностью Казанского федерального университета была создана еще в 2003 году преподавателями и учеными вуза под руководством профессора и доктора наук Галины Морозовой. Эта кафедра – одна из первых научно-образовательных центров по изучению публичных коммуникаций в системе университетского образования России. Уже 20 лет Казанский университет готовит специалистов в сфере связи с общественностью, рекламы и медиакоммуникаций. Обучение на данных направлениях ведется по авторским программам и методическим разработкам. Учебные программы кафедры отражают все современные тенденции развития индустрии коммуникаций. Также на занятиях используются интерактивные методы обучения, тренинги, деловые и ролевые игры, создание мультимедийных проектов. Мы выпустили более 2000 специалистов по рекламе и связям с общественностью, которые сегодня прославляют наш университет, нашу кафедру в совершенно разных организациях, от Яндекса, Сбербанка и других организаций различных уровней. Наши студенты обучаются по нескольким направлениям. Реклама и связь с общественностью – это более 690 студентов на сегодняшний день. И 253 студента – это направление медиакоммуникации. Также на нашей кафедре открыты 3 магистерских программы. В общей сложности на них обучаются сегодня 41 магистрант. Учитывая быстрый рост рекламной индустрии и постоянные изменения в потребительском поведении, день рекламы становится все более важным для обсуждения и прогнозирования будущего рекламы. Для этого на кафедре трудятся специалисты, практикующие в сфере коммуникаций, преподаватели со стажем работы свыше 20 лет, а также начинающие амбициозные педагоги, победители конкурсов пиара и рекламы. Кристина Отекина, Ленар Гизатуллин, Игорь Афанасьев, Универньюз.